Здравия желаю. Сегодня на этом устройстве, на этом. Вчера лампочки показывал работать, но горят полнакала. Сегодня хотел вот этот запустить мотор. Мощный, не тянет. То есть надо сильнее покупать. Запустил пока маленький. То есть мне главное сейчас не мощность, а узнать. То, что я говорил давно, работает ли такая схема. То есть видим, что на малых мощностях работает, видите. Моторчик крутится. Вот он. Сейчас покажу. Чтобы видно было, что он не стоит. Надо, чтобы... Слышите? То есть крутение есть. Нагрузку держит. И вот не потребляет, видите. Это у меня подключено вот на батарейке. 56 батареек. Вольтметр подключен на батарейке. То есть это ток не на мотор мерит. А меряю батарейки, мне наплевать там, сколько сейчас, сколько он выдает. Главное, что это вот то, что я задумал, давно говорил, что оно вроде работает. Хотя по-слабому, но работает. То есть можно применять, более мощное покупать. То есть вот это, видите, стоит уже час где-то. И вот, значит, ток не проседает. Вообще. Как видите, не проседает. То есть работать не в сети. Тут меня рептилоиды упрекали, что в сети, хотя счетчик показывает. Тут тоже показывал. Что-то не вру. А это работает от батареек, вот подсоединено на это устройство. Вот оно. Вот эта красная лампочка показывает, что заряда нет. Красная лампочка показывает, что заряда нет. Он даже, видите, чуть-чуть заряжает так чуть. Слегка. Вот уже, видите, на 7. Не то, что даже еще заряжает чуть-чуть батарейку, вот. Уже к 7 подходит. То есть не сматывает, а чуть-чуть даже заряжает. Видите, было 8.56 сейчас было, сейчас к 7 уже. Даже 8.51 был, когда завел его. Сейчас 8.56. То есть чуть-чуть даже заряжает. Но не сматывает. То есть мотор работает. Вечный моторчик. Слабомощный. Но главное, что проверили эту схему, что она вроде работает. Будем, значит, проверять потом. Помощнее брать, вот на этом будем проверять. А завтра вот этот проверю, вот этого, может быть, даже... Вот этот трудно завести, потому что магнитный. Ток большой надо сразу. Вот. Вот, видите, уже 57 даже. А вот этот, возможно, и заведется. На небольших оборотах. Вот это вот. Завтра попробуем. Ну, то есть, проверил и эту систему. Саму эту штучку проверил, рабочая она. Видите, уже 57. То есть, потихоньку даже заряжает. Потихоньку даже заряжает. Не только не сматывает, но чуть-чуть даже заряжает. Слегка. Ну, вот такие новости.